На базе отдыха Купаленко разместился интеграционный лагерь Красного Креста. Как и в прошлом году, его организация состоялась благодаря международному сотрудничеству. Этим летом отдых для детей с ограниченными возможностями финансирует японский фонд императрицы Шакен. Вчера гости из Японии приехали на базу отдыха, а сегодня устроили для детей настоящую программу, где рассказали про свою страну, познакомились с традиционными японскими игрушками и устроили представление, где показали некоторые приемы карате. Белорусское общество Красного Креста тесно сотрудничает с разными организациями по всему миру, которые помогают воплотить в жизнь многие проекты помощи детям с различными ограничениями жизнедеятельности. Благодаря вот этой нашему единству, нашему сотрудничеству стала возможность в этом году привлечения через Международную федерацию Красного Креста финансирование данного интеграционного лагеря фондом императрицы Шакен, которая 100 лет назад более 100 лет назад организовал этот фонд для помощи нуждающимся, в том числе не только жителям Японии, но и с нуждающимся других стран, и не только во время военных действий, но и в мирное время. В лагере оздоравливаются более 70 человек. Это дети с ограниченными возможностями, их братья и сестры в сопровождении взрослых. Для большинства из них интеграционный лагерь – это единственный шанс организованного отдыха. Для детей с ограниченными возможностями создана насыщенная ежедневная программа. Здоровое питание, утренняя зарядка, дискотека, а три раза в неделю ребята плавают в бассейне. Гостей из Японии дети приняли очень тепло, активно участвовали в викторине о знании их страны и посмотрели, с какими необычными игрушками играют японские малыши. Посланцы из страны восходящего солнца с готовностью откликнулись на призыв приехать к нам, чтобы помочь детям почувствовать себя счастливее. Меня очень впечатлила работа в лагере, особенно атмосфера здесь. Поразило, что не только дети проявляют активность, но и их родители и волонтеры. Видно, что здесь им хорошо, и мне это очень понравилось. На Гродненской земле всегда рады гостям. Разные языки и культуры не мешают общаться и делиться опытом, если люди хотят искренне помочь. Наши гости очень открыты, непосредственны. И вообще это для всех очень интересно, не только для детей, но и для родителей, поскольку Япония для нас довольно далекая экзотическая страна. И все, что связано с этой страной, нам очень интересно. А люди везде одинаковые. Главное, чтобы у них было доброе сердце и открытая душа. В следующем году в Японии выйдет издание, посвященное всем проектам, организованным фондом императрицы Шакен. В книгу войдет также информация и о поддержке детей с ограниченными возможностями в Гродненском интеграционном лагере Красного Креста. Юлия Косила, Юрий Дубовик, новости Гродно+.